Светлые ночи, светлый праздник. Сегодня весь православный мир отмечает один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. Праздничные богослужения в храмах начались еще вчера утром в Рождественский сочельник. Прошли они и в православных храмах Татарстана. Ночью литургию в Петропавловском соборе Казани совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Поздравления слышала и Ольга Морская. Колокольный звон, свет от куполов и светлые улыбки на лицах. Рождественская ночь – одна из главных в году для православных верующих. На праздничную службу в храм приходят даже те, кто церковь посещает лишь изредка. В этом году Петропавловский собор Казани вместил вдвое больше людей, чем в прошлом. Много семей с детьми. Я посещаю не впервые, но не могу сказать, что я часто хожу в церковь. Но на Пасху и на Рождество прихожу. Рождественский пост, например, я держал впервые в жизни. То есть до этого я держал несколько лет, только великий. С удовольствием посещаю. И после этого как-то сразу жизненный настрой такой замечательный. Хочется делать добрые дела. Хочется всем людям пожелать в этот прекрасный светлый праздник мира, добра, счастья. Праздничное богослужение возглавил митрополит Казанский Татарстанский Феофан. Он совершил божественную литургию и зачитал отрывок из Евангелия о Рождестве Иисуса Христа. После поздравил всех со светлым праздником, пожелав мира и добра в наступившем году. Поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. Дай Бог, чтобы это новое лето Господне, о чем мы молились в эту рождественскую ночь, для нас бы имело самую главную ценность, о которой пели ангелы над Вифлеемом. Чтобы мир и согласие был бы в нашем сердце, и мы были в мире и согласии с Богом. В этот день верующие праздновали и окончание строгого шестинедельного поста. По древней традиции за стол можно было садиться лишь после появления на небе Вифлеемской звезды, помолившись, исповедавшись и причастившись в церкви. Причастие – таинство особое для каждого православного. Чтобы вкусить хлеба и вина, в храме выстроилась очередь. В Рождество очень важно, конечно, для православных посещение храмов. В обязательном порядке это было в древности. И сейчас в нормальных семьях, когда в Рождество помогают бедным, посещают больницы, посещают детские дома, творят дела милосердия, то этот праздник, он для всех нас праздник. И самое главное, и с нашими братьями-мусульманами, мы должны, особенно в этот день, если мы видим нуждающегося, мусульманин, наш собрат живущий, помогай ему. Не считай, что ты должен кому-то только своему. Помогай всем. Праздничные службы прошли накануне во всех храмах Татарстана. А сегодня в праздник Рождества митрополит Феофан совершил Великую Вечерню в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Ольга Морская, Максим Голубцов, Алексей Шкурко. Столица.